Так, паника продолжается. Все усиленно пытаются выпить и съесть все в этом ресторане. До того момента, как до нас дойдет цунами, если оно вообще дойдет. И есть ли вообще цунами. Что интернет-кафе не дает нам никаких ответов. А тем временем солнце село окончательно. За столом сидит голландец, тайванка, англичане, похоже, ну и белорусы.